Фуркат Мирзоев в Оренбург приехал из Таджикистана на заработки. Говорит, в городе у него большой бизнес в сфере строительства. Но чтобы работать по закону, ему приходится частенько обращаться в миграционную службу. Постоянно зарегистрируюсь, получаю патент. Вот в этом году решил сдавать на время проживания. В областном центре южный гость трудится уже порядка 15 лет. Нарушений миграционного законодательства замечен не был. На оформление его документов не потребовалось много времени. Впрочем, теперь это одно из основных требований. Чтобы им следовать, в области начали открываться районы отделения миграционной службы. В Оренбурге оно заработало на улице Бурзянцева, 4. Здесь будут обслуживать жители Оренбургского района. Это район Оренбургский район. Значит, юридически здесь закреплены. Им будут оказываться государственные услуги. Соответственно, на вопрос, как будут оказываться качественно, вежливо, аккуратно и с учетом требований соответствующих регламентирующих приказов у нас срок оказание непосредственно услуги 15 минут. Федеральная миграционная служба была упразднена в прошлом году. Ее полномочия передали в систему МВД. Открытие новых миграционных центров позволит избежать очередей и значительно упростит процедуру оказания услуг. Это и получение паспорта, регистрация по месту жительства, снятие с учета, выдача трудовых патентов для иностранцев. При этом оформить все это можно будет через портал госуслуг. В этом году более 1600 человек уже обратилось за услугами в сфере миграции в электронном виде. Это действительно удобно, поскольку можно обратиться только один раз. С нового года возможность использования оплаты государственной пошлины с коэффициентом 0,7% будет реализована и по линии миграции. Такие услуги, как оформление загранпаспорта, обмен паспорта, будет оплачено со скидкой в 30%. Для удобства жителей области в ближайшее время планируют открыть еще и многофункциональный миграционный центр. Он расположится на 75-й линии. А вот какие услуги там будут получать оренбуржцы, полицейские пока решили информацию придержать в секрете. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время.